Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Одесса, 29 сентября 2024 года. Время 15 часов 55 минут. У нас в городе внезапно звучит воздушная тревога. Сразу же поступает очень-очень тревожная информация, что есть фиксация запуска баллистики со стороны Крыма. Все в укрытии. Не устану повторять, что баллистика с Крыма – это самое поганое дело, потому что она летит до Одессы чуть более 2 минут. За это время, конечно же, ни в какое укрытие вы убежать не успеете. Самое безопасное место – это 2 стены от окна. А если вы, не дай бог, в это время находитесь на улице, то ищите, пожалуйста, какую-то крышу над головой, либо следуйте в убежище, если оно рядом. Также категорически не рекомендуется стоять у окна и наблюдать за тем, что может происходить. От взрывной волны могут повылетать стекла и вас весьма серьезно поранить. Также, если вы на улице, не вздумайте стоять на месте и глазеть вверх, наблюдая за тем, что происходит. Потому что если над вами собьют ракету, то осколки сбитой ракеты разлетаются достаточно на большую территорию, и вас может просто серьезно ранить или даже, к сожалению, убить. Такие случаи бывали у нас в Одессе уже, к сожалению, неоднократно. В 16:00 поступает информация, что есть фиксация выхода еще одной баллистической ракеты. Спустя минут 5 информация по баллистике обновляется. В Крыму работает ПВО, который легко спутать с пуском баллистики, потому что принцип запуска один и тот же. Через пару минут поступает уточнение, что ПВО работает возле Джанкоя. И в 16 часов 25 минут поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги». Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.